На работу через врачебный кабинет. Раз в год Иван Шульгин посещает вот такую мобильную лабораторию. Она приезжает прямо к предприятию. Так быстро и удобно мужчина получает один из самых важных показателей своего здоровья – флюорографический снимок. Глубоко вдохнуть, не дышать. Дышать. Моя работа как бы за компьютер отвечать, поэтому сильно нет таких рисков. Но все равно волнуетесь, когда сюда приходите? Да, конечно, не дай бог, вдруг что-нибудь найдут. Повод для переживаний не оправдался, но так везет не всем. Это здоровые легкие? Патология тут есть. Если есть какое-нибудь дополнительное пятно, которое вводится в сомнение, при произведении снимка видно будет. То есть нужно это действительно на что-то уточнять внимание, либо нет. Туберкулез на снимке выглядит как маленькие уплотнения. Чем их больше, тем запущеннее состояние. Онкология с виду скорее пятно. И также, чем больше в размерах, тем болезнь опаснее. Флюорограф позволяет фиксировать мельчайшие изменения структуры. Это значит, заболевание находят на ранней стадии. А передвижной аппарат делает доступным осмотр для жителей отдаленных сел. Мобильный флюорограф объезжает районы края, по заявке выезжает и на предприятия. Такая возможность появилась полтора года назад. И себя она уже оправдала. Нами осмотрено, еще раз повторю, более 7 тысяч человек. Выявлена у нас патология более 600, 112 выявлено онкозаболеваний. И порядка 300 туберкулеза. И поверьте, эти пациенты не знали о том, что у них есть данная патология. Мобильный флюорограф лишь демонстрирует, что нужно пройти дополнительное обследование. А общая статистика по краю с начала года такова. Почти 700 подтвержденных диагнозов туберкулез и почти 200 – онкология. При этом у мужчин рак легких – заболевание лидер по распространенности. Анастасия Драган, Алексей Фризин. Наши новости.